Сюда. Куда ты пошла сюда? Солнце над партой лето луну. Сколько он длится, последний звонок, в окна вселенная не умещается. Школа глядит и сама уменьшается. Взгляды летят над далеким штурвалом, а над страной, как над актовым залом. День заливается синим и алым, школьным, хрустальным, прощальным звонком. Дорогие ребята, уважаемые гости, коллеги, в жизни всегда должно быть место празднику и чуду. Даже в наше непредсказуемое время. Страшно выпускать детей в такую жизнь, но время не стоит на месте, время пришло. И в нашей школе сегодня праздник, праздник последнего звонка. Разрешите пригласить на праздник выпускников школы. Внимание, школа! Смирно! Равнение на выпускников! Приветствуем классов. Сегодня она оборвется, как только зазвучит ваш печальный прощальный звонок. Я приглашаю вас на прощание с детством. Хотелось или не хотелось, это совершится именно сейчас. Дорогие выпускники, пришло мое время. Оно не терпит. Я приглашаю вас на последнюю школьную линейку. Я хозяйка сегодняшнего праздника, ваша школьная весна, последняя весна наших выпускников. Именно я приношу с собой обновление, радость, счастье и любовь. По старой традиции мы приветствуем выпускников начальной школы. Аплодисментами. Слово воспитанникам детского сада. Витаю вас, 4-й класс, и задаю вам самого лепшего. С мат-наставником буду чуть-чуть вас, а не помните самую первую. По соседству мы с вами жили и счастливо бывались на вас, а денечки так худко прошли, расплетаться достал уже час. Мы сегодня вас рады видать, глядите, мы уже попросили, хоть читали для вас. Мы за гадом в школу пришли. Становитесь на танец. Вон, танец, дискотека. Шире дальше. Тихо. Пошли, ребята. Закрести меня, дети, закрести меня.
Один год. И что сегодня мы провожаем в дорогу дальнюю один класс. Решением педагогического совета от 25 мая сегодня мы допускаем до сдачи экзамена за курс средней школы следующих учащихся: Бурую Светлану Николаевну, Бурого Евгения Николаевича, Курача Сергея Николаевича, Надтачеева Игоря Игоревича, Сахончика Ивана Михайловича, Слабко Ольгу Александровну, Писуна Сергея Николаевича. Ребята, мне хочется так, чтобы у жизни вас всегда было хорошо, чтобы в жизни всегда встречались только добрые люди, чтобы вы чувствовали поддержку и всегда, конечно, старались оказывать поддержку. Ребята, дружите, любите друг друга. В жизни дружба – это важное. Пусть природа, пусть общество, пусть люди пошлют вам здоровье, берегите его. Ну а та дорога, которую вы уже выбрали, по которой вы будете идти, пусть будет легкой, ровной, тернистой, трудной, но вы ее преодолевайте. Пусть
те экзамены, которые ожидают вас, и билеты попадаются вам только самые любимые, самые хорошие. Ну, а я уверена в этом. Ну, а то, что учитель вам всегда являлся помощником и будет, ну, я думаю, что вы в это верите, правда? Счастья вам! Спасибо. Девятый класс. Сегодня и вас мы провожаем. Может быть, еще не в такую дорогу, как ребят 11 класса, но все же для вас это можно сказать первые в жизни серьезные настоящие испытания. Вы с 1 июня будете сдавать экзамены за курс базовой школы. Все вы допущены к сдаче экзаменов. Разрешите мне зачитать приказ под номером 60 от 25 мая допустить до сдачи экзаменов за курс базовой школы следующих учащихся: Гринкевича Сергея, Королеву Надежду, Побелустикова Вадима, Самца Николая, Свирбут Юлию, Фурс Кристину, Хвощевского Дмитрия. Успехов вам! Легких вам билетов. Ну, а дальше, ребята, выбирайте то, что кому по душе. Я думаю, что мы с вами поладим и будем еще много работать, чтобы дальше жизнь ваша была светлой, счастливой и ясной. Ну, а 4 класс сегодня мы у Светланы Михайловны принимаем свою семью. Светлана Михайловна, не плачьте. Они вас любят, и вы их тоже. В этом мы уверены. За 4 года мы видим, что они выросли, что вы их научили. Буду молчать, если будете плакать. Ребята, отвернулась, снимаюсь. Вы сегодня нам дали в нашу семью, в наш 5 класс, придут учащиеся с хорошими и отличными оценками. Ну и что? Из 23 учащихся, которые придут в этом году, в следующем учебном году, в 5 класс, на 5 учились и будут учиться, и также закончат среднюю школу только на 5. Дегтяр Евгения, Пискун Валерий, Пискун Дмитрий, Романева Ирина. Я знаю, ребята, что они прославят себя, прославят своих родителей, прославят нас и прославят, конечно же, нашу школу, эти ребята. На 4,5 учатся Алешин Максим, Дюк Дмитрий, Делейка Марина, Жуковский Олег, Кураж Татьяна, Наумова Зарина, Соловьев Сергей. Вот какое большое количество ребят пополнят наши старшие классы хорошими знаниями. И я уверена в этом, что это не полный перечень. Ребята подрастут, и многие-многие из них еще будут учиться только на 4,5, а может быть и на 5. Потому что жизнь есть жизнь, и в жизни все изменяется. Ребята, мы в вас верим. И вы нам тоже верите, наверное, да? Да. Так что хорошо вам отдохнуть всем, кто заслужил уж этого отдыха, для кого он сегодня является самым главным. Это для учащихся, я имею в виду, 4 класса. И ждем мы вас здоровыми, хорошими, красивыми и умненькими такими вот, 5 класс. Дорогие ребята, мне хочется сегодня подвести итоги всей нашей работы за полный учебный год, 1998-99 год. А это наш первый класс. Тут потирались. Валентина Михайловна доложила нам, что все учащиеся 1 класса переведены во 2 класс. С оценками хорошо и отлично. Так, Валентина Михайловна? Только хорошо и отлично. Все молодцы. Thank you.
пятых
пятых-восьмых и десятого класса. Девятый класс освобождается от практики. Вот. Улетают. Поэтому все, что касается практики, а вам все очень пожелать вам светлого неба, теплого солнца, вкусного хлеба и крепкого сибирского здоровья всем. Все. Слово предоставляется заучу школы Демидовой Татьяне Ивановне. Я постараюсь не заплакать. Так, дорогие ученики 9 класса, сразу так обращаюсь. Я вам слов много говорить не буду. Вы еще придете, я думаю, к нам в 10 класс. Может быть, не все, но может быть, даже все большинство. Хочется вам пожелать крепкого здоровья. Ну, прежде всего, удачи. Удачи на экзаменах. Но удачи так не ждите, что она к вам придет сама. Вам нужно подготовиться так, как положено. И тогда вам будет всегда удача. Счастливых вам билетов. Ну, и всего самого-самого хорошего. Ну, а теперь... 11 класс. Ну, выросли вы меня все на глазах. Маленький я взяла и вас учила до 11 класса. Ну, я думаю, что хочется вам пожелать всего себя. Здоровья. Но вам всегда необходимо. Удачи. Удачи всегда. Везде. Удача всегда нужна. Добиваться своей цели в жизни всегда самостоятельно. А добиваться ее будет очень тяжело. Вы сами это знаете. У нас наше такое трудное время. Вы себе дорогу уже выбрали. Я думаю, что все. Пусть у вас всегда будет удача. По этой дороге идет. Да. Подавайте сюда друг другу руку помощи. Не забывайте друг о друге. Дружба и прежде всего. Развивайте дальше. Ну и больше нельзя, чтобы пожелать. Просто хочется всего самого-самого. Слово предоставляется классному руководителю. Ну, товарищи, дорогие выпускники, я хотел бы вам пожелать в первую очередь, чтобы вы остались на всю оставшуюся жизнь людьми. Потому что вы будете встречаться очень много с различными людьми, у каждого свой характер. Поэтому прежде чем сделать какое-нибудь дело, поступок, я просил бы, чтобы вы всегда, как говорится, поговорки 7 раз подумали, а 1 раз отрезали. Ну, естественно, что в жизни у вас будет и радости, и, как говорится, печали, всего будет хватать. Поэтому хотелось бы, чтобы вы достойно себя держали в разных ситуациях. Еще раз желаю вам удачи на экзаменах, удачи при поступлении, ну и всего самого хорошего в жизни. Директора по воспитательной работе Венглинской Валентине Николаевне. Так, я хочу поздравить всех учащихся, учителей и особенно родителей с окончанием учебного года. Ну и теперь, так как на каждой линейке мы подводим итоги, как мы работали, как мы участвовали в общественной жизни школы, я хочу назвать тех учащихся и немножко их поощрить, которые, ну, внесли, так сказать, большой вклад то, что наша школа процветала. Мы неплохо выступили на районных соревнованиях, по спортивных соревнованиях, в художественной самодеятельности. Неплохо, значит, показали себя наши эрудиты, учащиеся 4 класса. Поэтому я хочу отметить некоторых учащихся. Ну и вот среди них хочу сказать особенно большое спасибо постоянным ведущим, организаторам вечеров, учащимся выпускникам 9 класса, это Свиргут Юлии и Королевой Надежде. И подарить им на память, где мои альбомчики, вот эти фотоальбомы, куда они, я думаю, вклеят первую фотографию, это школу. Попросят фотографа сфотографировать школу и вклеят. Спасибо. Можно похлопать этим учащимся. Ой. Да. Значит,
за успехи в спорте. Вот уже Раиса Михайловна говорила. Я хочу отметить таких учащихся, выпускников прежде всего. Это Наташеева Игоря, который участвовал в соревнованиях по шахматам. И, значит, Пискун Татьяну, ученицу 8 класса. Ну, их тоже наградить небольшими призами. Подойдите сюда, пожалуйста. Наташа, ты вручай, пожалуйста, мне помоги. Тоже под аплодисменты. Так, и Татьяна тоже. Ну, сюда я хочу пригласить Киселева Ивана тоже. Лучшего футболиста, пожалуйста, вы его засветите. Ваня, тоже. Браво. Пиши, Ваня. Спасибо большое. Так. Значит, интересно, у нас проходили осенние баллы, новогодние праздники, недели русского, белорусского языка, математическая неделя. И поэтому вот я не могу тут выделить отдельно вот кого-то конкретно. И хочу наградить учащихся классом буквально, 5-й, 6-й, 7-й класс. Сережа. Фломастеры, пожалуйста, подойдите, представители из классов. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, пожалуйста. 7-й, 6-й и 8-й. 8-й класс, подойдите. Так, ну и у нас учащиеся, многие участвовали в олимпиадах, Раиса Михайловна уже сказала. Тоже хочется отметить. Это Свирбут Юля, Пискун Валя, Лазовская Наташа, Ринкевич Сергей, Пискун Юрий, Слабко Оля, Курач Сергей, Наташеев Игорь, Скрипко Татьяна, Попруга Лена, Пискун Татьяна. Тоже большое им спасибо. И вам тоже будут ручки, но потом вы их получите. Хочу отметить также ученицу, выпускницу начальной школы. Это Романеву Ирину, которая заняла неплохое место и спела красиво песню на районном смотре и попала на областной смотр. Ну, там не поехали, это не наша вина. Тоже наградить ее красивой ручкой, чтобы училась на отличной 5-м классе. Пожалуйста, Ирина, тебе тоже. Ну, может, я кого-то и упустила. Это я самых-самых, с которыми соприкасалась, можно так сказать. На следующий год все старайтесь активно участвовать. Я думаю, что мы станем богаче и будем дорогие уже подарки дарить. Ну, конечно, телевизоры Samsung мы, может, и не подарим, но что-нибудь вроде этого. Я хочу пожелать выпускникам счастливых билетов, верных, хороших друзей. И радуйте своих родителей. Счастливой вам дороги. Лопаем. Так, все. Ты положи потом.